Здравствуйте, дорогие мои друзья, меня зовут Руслан, это канал JoSmoke, и сегодня мы с вами будем проходить дальше. Это вторая часть прохождения Дэйва Дайвера. Если вы не смотрели первую, то обязательно посмотрите, чтобы быть в курсе вообще, что происходит. Ссылочку куда-нибудь там, где-нибудь, как-нибудь прицепим. Может быть, в подсказочке, там в углу в экрана. Тыкайте, переходите, смотрите, кайфуйте. Вот такой выпуск. Невероятно потрясающе крутой. Продолжаем. Продолжаем, игра понравилась, хочу в нее играть постоянно. Не думаю, что на стриме мы в нее поиграем, не думаю, что она соберет достаточно лайков, но в качестве прохождения, нет-нет, да-да, на канале будет появляться, поэтому кайфуем, наслаждаемся. Опа, а у нас тем временем ночь, а это значит, то, что нам пора в ресторан. Вперед, готов обслуживать полностью. Так, дали подсказочку, что за подсказочка, что за подсказочка? Ладно, неважно. Так, открыть банчо суши. Подожди, какой открыть? Давай-ка мы по меню пройдемся. Как это открывать, пока у нас меню не готово? Во-первых, что это? Вот это вот сколько стоит? 10 баксов, 5 баксов, 7 баксов. Мы подороже, мы понажористей. Сюда, да. А что это? 3, там 2, что это такое? Ну, допустим, 2. А, это из этого, да, давай по максимуму. 3 порции, типа, продать. Хорошо, что еще? Вот такая штучка за 7. Вкусность. Уровень вкусности, ребят, 12. Тут 11, да? Тут 20. 15 ты стоишь. 16 ты стоишь. 23, давай, давай. О, это та акула, которую я поймал, да, конечно, да. Накидываем сюда максималку. Все, давай, окей. Окей, пятерку, полностью готов я это все раскидать. Это у нас какая-то тоже рыба, какая-то дешевка. 15 рублей, 20 вкусности. Уровень вкусности, да, определили. Я не знаю, вот зачем вот это вот тыкать, ну типа окей. Зеленый, подождите, еще что-то надо добавить. Что-то еще надо добавить. Обязательно. А можно как-то, что это? Вот, я могу бафнуть. До повысить уровень, да? Давай повышать уровень, поехали. Ингредиенты нужны. Что происходит? Что происходит? Работяга пришел. Повысить вкус. Но банкай! Ничего себе, банкай сработал. Что там, брат? Что ты сделал? Что ты сделал с этой рыбой? На! 6-й уровень. Охренеть. Давай бафнем. Это тоже банкай. Окей. Бафаем. Банкай. Сюда. О, да, слушайте. Подождите, а можно мне поменять? Там можно было бафать, там можно было усилить, улучшить вкусовые качества. Сосочки будут в шоке просто, все сосочки ваши. Все ваши сосочки, которые есть на теле, они все будут в шоке от того, насколько это вкусно. 22, да? Окей. Ладно, я просто понял, как это работает, мы теперь будем иметь в виду. А вот эта вот шестерка, дешевка, это что? Свап. А, подождите, вот можно, да? Manage. Свап, да. А, и удалить можно было, да? Давайте мы, знаете, что сделаем? Давайте удалим. Давайте удалим. А, типа она потом... Нет, мы ничего не удаляем, мы оставляем. Все, 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 дружище. Мы ничего не удаляем, все оставляем. Тут у нас что? Что за ингредиенты? Что там? Ранг 2, смотри на него. Что-то делает. Это что? Это вот то, что я нашел, да, бутылку на дне в виде сокровища. Вот это новое, новое. Вау, ранг 1. Все, брат, поехали. Все, ничего не продаю, ничего не продаю. Все оставляем как есть. Открываем наш ресторанчик. Погнали. Это что здесь? Что за свежая трава, кукуруза? Что это такое? Братишка, вот это что такое? Спасибо за подписку, добро пожаловать. Опа, опа, цыпа пришла. Цыпа, цыпа, сейчас налью. Где эсочка? Еще одна сразу бухать захотела. Хорош. Хорош.
Родная, родная, не горячись, не горячись, моя хорошая. Все сейчас будет. Боже, идеальный. Лучший. Исполняю, ребята, исполняю. Ты собрал 100 баксов, говорит, братишка, ты собрал 100 баксов. Отличная работа, брат, хвалю тебя. Это должно быть достаточно, чтобы починить то, что сломано. Серьезно, вы собрались чинить на мои бабки? Я ныряю. Я, короче, тут бегаю, жопа в мыле, разношу блюда всем, обслуживаю, добываю рыбу. Все на мне держится, этот хрен просто стоит и ножичком махает. А ты вообще кто? Ты нам зачем? Ты в этой схеме вообще нам не нужен, братан. Кто ты? Кобра. Что ты делаешь для нас? Что-то пришел, ушел, что-то наорал. Тогда дай мне немного времени. Эти ремонты нужно делать правильно. Дружище, правильно? Ну, пожалуйста, можно на мои бабки? Можно я куплю себе там акваланг? Можно я хочу себе, чтобы воздухом дышать дольше можно было? Что это такое? Что за кидалово, ребята? Мне не нравится этот бизнес. Я очень надеюсь, что клиенты будут продолжать приходить. Я тоже надеюсь. Миссия выполнена. Кто там что хочет, ребята? Готовь, готовь, брат, готовь, готовь. Готовь, 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 строчи, родной. Строчи, строчи полностью. Понес. Бам. Бам. Блин, мне интересно, вот это что? Что? Что это такое, ребята? Васаби. Вы не сможете производить еду, если у вас закончится васаби. Измельчите и пополните васаби для того, как она закончится. А, да ладно, а как? А как? А, все, я измельчил, закончился. Васаби сделал. А, да ладно, васаби закончился, и все, мы не можем больше принимать клиентов, да? Прикол. У меня еда закончилась. У меня остались просто две какие-то штуки. Сегодня best, ребята. Best of the best of the best. На пятерик. На пятерик. Лайк ставьте, ребята. На 5 отрабатываем с вами красиво. Все довольные ушли. Все счастливые. Никто не ворчал. Клиенты замечательные. День прекрасный. Выручку заработали тоже крутую сегодня. Заработали на ремонт нашего заведения. А то у нас вон там буквы что-то повалить. Опа! Чьих будешь? Братишка, здорово. Ты Дэйв? Я Дэйв, брат. Да, что хотел, братишка? О, говорит, ух ты, я всегда прав в таких вещах. В каких вещах, братан? В чем ты прав? Ты угадал, что я Дэйв, что ли? Ты в этом прав? Я рад встрече, я доктор Бекон. 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 Я археолог, изучаю цивилизацию морского народа. Так, брат, и что ты хочешь от меня? Какого еще морского народа? Ты о чем? Это эти, да, которые в инопланетян верят? Цивилизация морских людей. Так. Ребята, плюсаните там в комментариях, кто в инопланетян верит. Ха-ха, я объясню это вам. Вам не повезло, что такой эксперт, как я, рассказывает... Почему не повезло? Рассказывает вам о них. А почему не повезло, когда повезло, что именно такой эксперт? Может быть, я не должен был спрашивать, пишет Дэйв. Вау, ты посмотри, у них хвостики есть. Цивилизация морских людей живет в легендах. Говорят, что они оккупировали этот регион давным-давно. Так, они поклонялись рыбе и имели жабры, позволяющие им жить под водой. Ой, какие у них там, посмотрите, они плавают с ними. Но внезапные изменения морского дна привели к их резкому падению. Падению? И что случилось, брат? Вот и вся история. Какая печальная, слушай. Плохо, конечно, что они упали. Куда они? Может, они в синюю дыру? Все думают, что это миф и не более того. Так, а ты что думаешь? А ты что скажешь? Доказательство того, что они настоящие, было найдено прямо поблизости от этого места. Так. Хах? Ну да, хах. Это типа, это удивительная находка, ребята. Тот, который может перевернуть весь академический мир, точнее, та, которая может перевернуть весь академический мир с ног на голову. Такая находка. Невероятная цивилизация морская, которая исчезла. Древняя цивилизация под водой. Такое можно увидеть только в комиксах или играх.
Мы не знаем, что такое игры. А почему вы так уверены, что они настоящие? Почему он так уверен, действительно? Что случилось с ним? А мой ассистент внимательно проанализировал артефакт, найденный неподалеку, и обнаружил, что он принадлежит какой-то неизвестной цивилизации. И датируется эта вещь, ребята, датируется 1500 лет назад. Раньше в этих краях не было цивилизации. Кстати говоря, быстренько, интересный факт, что раньше летоисчисление, один год был не как сейчас, да, был лунный год. Он очень сильно меньше, поэтому есть предположение, что считалось, что люди там жили по 800 лет, по 900 лет. Просто у них летоисчисление было лунное. Погуглите, если интересно. То есть мир на самом деле не, ну, тот, который нам известен, он не настолько стар. А, это интересно, но какое тебе ко мне дело? Какое, что хочешь вообще, мужик? Что прицепился, что надо? А, ну, видите ли, инвестиции моего помощника в криптовалюту не оправдались. И его долго не будет рядом. Ой, знакомая штучка, слушай. Люди погорели. Благо я не погорел. А, вот почему я хочу, чтобы вы мне помогли. Так, чем помочь, родной? Ох, чем помочь? Просто скажи, брат, ты единственный, кто по-человечески разговаривает со мной, кто не как со скотиной. Мой помощник сказал мне, что артефакт был найден на глубине 70 метров или около того. Пожалуйста, посмотрите. Братишка, я не могу так глубоко нырять, у меня мой акваланг не позволяет. Мы заняты в суши-баре, я не думаю, что мы можем... Ха-ха, сори, говорит, сори, мой братишка не понимает, что говорит. Прерываю, я Кобра, я работаю с Дэйвом. Вопросы есть какие-то? Он меня монетизирует жестко, ребят. Конечно, мы должны вам помочь, мы с радостью сделаем это. Буа-ха-ха. Там было не буа-ха-ха, в этот раз было я-ха-ха. Что, у нас нет времени плавать в поисках артефактов, негодует Дэйв. А Кобра ему... говорит, я подумаю об этом, если будет обнаружена подводная цивилизация, сюда устремится бесчисленное множество людей. Подумай об этом, говорит, что если мы найдем какой-то ништячок сейчас, то сюда столько клиентов пойдет, а столько клиентов это что? Это бабки. Трещит по швам бунчо суши. Я полагаю, вы правы. Хорошо, говорит, я помогу. Я помогу, братик. Ахахаха. Черт, ха-ха не перевел, надо было перевести. Так, у меня что-то. Подожди, братишка, подожди, все сломалось. Все не то, все не так. Да блин, читать хотеть. Что-то я пропустил дофига. В наши дни даже такие вещи могут быть обработаны приложением. Технический прогресс поразительный, не так ли? Так, давай, короче, сначала установим приложение iDiver на телефон, прежде чем мы продолжим. И там, судя по всему, мы сможем сейчас покупать всякие ништяки. Можем покупать костюмы, можем покупать баллоны. Да, костюм 225. Слышь, морда, иди сам чини свою эту лачугу. Верни мне мои 100 баксов, я покупаю Air Tank. Танк покупаю. И дайвинг сьют еще покупаю. У меня 64 бакса, они у меня просто до нитки, ребята. Раздели. А, подождите, это 64, которые я заработал, типа, а это была выручка магазина, сотка, и он из бизнеса достал. Все, я понял, это были не мои бабки, ребят. А теперь, говорит, давай я тебе расскажу, как использовать это замечательное приложение, которое называется iDiver. Для этого купи iPhone 13, удаляем игру. Я установлю приложение для вас, так что сначала разблокируйте телефон. Так, брат, разблокировал. iDiver есть. Нажал, зашел. 65 рублей не хватает. Костюм второй левел за 0 рублей. Конечно, давай, брат. Давай, мне нравится эта цена, хорошая. Братишка, что бы я без тебя делал? Ну ты, конечно. Блин, я для тебя всю посуду со дна достану. Всю посуду просто. Хорошо, говорит, теперь вы сможете рискнуть немного глубже. Я готов рисковать поглубже. Когда у вас будет достаточно денег, используйте iDiver, чтобы улучшить свое снаряжение. Вы можете улучшить свой костюм, например, грузовой ящик и кислородный баллон. Грузовой ящик тоже хочу, потому что там рыба очень тяжелая, которая дорогая. Никогда не забывайте, что в глубоких водах может случиться все что угодно. Я не забуду, брат. Все, говорит, я тебя сейчас потрогаю, готовься. Я буду на связи. Пальчик мне показывает, говорит, готовься, сейчас я тебя потрогаю.
Так, у меня квестов там. Red Starfish еще надо найти. Для женщины, да, для хамла, для хамла этого. У меня оружие, значит, есть вот такой дэмэдж. 15, нифига себе, прикол. Закрыл. Рассказывать, давайте еще раз пооблизываемся с вами. Вау, Weapon Harpoon, ребят, damage 3. Но я, судя по всему, смогу как-то больших рыб дотягать. Так, мы хотим с вами вот эту штуку. Мы хотим с вами ящик увеличенный емкости, ящичек хотим. Что есть в ящике? А, это то, что вот у меня валяется, да? Ган я беру с собой, беру с собой пушечку. Звездочки, подождите, у меня и так звездочки были. А почему мне опять нужно искать звездочки, если у меня и так есть звездочки? Ну ладно, пусть это валяется, вдруг оно мне потом когда-нибудь пригодится. Надеюсь, там на дне оно не будет учитываться как вес. Окей? Поехали. Поехали, поехали. Вот этот тут титан триггерфиш. Жесткая титан триггерфиш вообще. Постоянное выполнение правильных обновлений будет ключом к предотвращению внезапной кончины. Внезапная кончина, это, конечно, неприятно. Тут ничего не скажешь. Да, у меня, короче, вот нули, но все в порядке. Забрал какого-то вот, какую-то рыбку забрал. Это поднял, это поднял. Слушайте, ну я очень быстро забил. Опачки! Kitchen gun, сюда его. Что это? О, тир 2 у меня теперь пистолет, прикал. Прикал, прикол. Так, быстро, быстро, быстро. А вот это что такое? Да не сюда. Да не сюда, дурак. Да не туда, дурак. Ну, этот дурак по-другому не может. Дай креветку. Да, я хочу креветку, дай креветку. Что это? Опа, дубинка. Ну, на. Не, креветку не получается ловить. Наверное, нужен какой-то специальный, типа, сачок. Хорошо, нам нужно в этот раз раздобыть дофига всего, правильно? Но! Но! Веревка, да. Блин, ну эту рыбу я сейчас, короче, ловлю, и потом у меня начинаются проблемы, потому что я не могу ее, если что, поднять. Поэтому давайте за кислородом уже 65. Потихоньку. Это что, это патроны? Не могу поднять. Подождите, а как мне... А, вот, на таб, да? Окей. 8 патронов есть. Веревки до хрена. Ну, на всякий случай буду придерживать ее. Мне нужны 2 звездочки. Пожалуйста, игра, дай 2 звездочки. И кислород нужен. Мурена пошла в задницу. Отстань от меня. Кислород будет сегодня? Опачки, опачки, сюда его. Сюда его маленького. Дай я ей в лицо выстрелю вот этой вот. Опачки, это что за вещь? Электрический гарпун, да ладно. Давай, на тебе током. На 5. Сюда иди. Видели, током как дал? Кайф. Вот она, вкусная рыба, ребят. Оно отошло. Утошло, путло, блин. Ой, на 7-ку я. О, еще и там соседу выдали. На, иди сюда. Иди сюда, сказал тебе. Иди сюда. Дубинкой. Глуши. Ох, добряк. Ох, добряк. Подожди, 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 подожди. На развороте. На. В шоках. На тебе еще на 1. Что? О, я ее приручил, ребят. Ну все, у меня тут, короче, забито все. Что теперь делать? Вот что теперь делать? Где мне эти звезды брать? Я теперь плыть не могу. Ну, блин, надо, короче, максимально быстро эти... Находить звезды, вот это вот все. И закрывать квесты, получать бабки. Что там? Опа, закись компота. Подожди, братиш, подрубай. А, это не закись компота, это был кислород. Так, там у нас был еще кислород, правильно? Насколько глубоко я могу, ребята? Опа, подъемничек, хорошо. Учел.
Насколько я глубоко могу погружаться? У меня новый, кстати, костюм, да? Обновочка пошла. Смотри, смотри на эту пиранью. Иди сюда. Иди сюда, малявка. На. Какую-то новую рыбку нашел. Окей. Что там в общем и целом по звездам? Ты опасная фигня? Опа, опа, опа. Течение, смотри, смотри, смотри. Смотри, смотри, течение, течение. Течение откуда-то срабатывает. Ну открывай, родной. Что это? Что это? Вот это... Не-н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 е. Я там сдохну, да что такое? Пушка. А-а-а, кислород. Спокойно, 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 спокойно. Так, хорошо. Уйди от меня, фуга. Опа, это что за аллигатор там плавает? Страшно. Ты офигеть. Да, братан, давай, 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 давай на низ. Четыре килограмма, серьезно. Это что? Это какое-то розовое что-то. Что-то. Автомат Калашникова. А, так, давайте менять. У меня там уже автомат вообще жесткий. Да я скоро не выплыву, слушайте, с таким... Все, 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 все. Я, короче, не выплываю, я понял. Давай, давай, помогай, слушай. Больно. Вон, 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 вижу звездочку. Втопил, 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 дяденька, втопил звездочку, вижу. А вот это что там лежит, ребят? Это что это такое? Похоже, знаете на что? Такая штука, чтобы плавать. Впереди держишь и плывешь с кайфом. Все, она меня боится. Очкошница. Да я не могу уже больше ничего подбирать, жесть. Мне нужны бабки. Ну, блин, это вообще не дело. Я вообще не могу как бы особо ничего подбирать. Это так грустно, капец. Не прикольно, ну все, надо где-то денег раздобыть. Где раздобыть денег? Что-то сейчас продадим с вами. Сейчас что-то продадим. Сейчас что-то продам, куплю нормально сундук. Будем с вами как люди вообще передвигаться, да? Что тебе надо, женщина? Что хочешь? Вы действительно вернули их? Невероятно, я слишком мало ожидал от тебя. Я тебя не... О, как я тебя ненавижу сильно. Как я тебя ненавижу, господи. Пошли пианино на голову. Хорошо, это должно сделать на данный момент. Что? Этого должно быть, типа, достаточно на данный момент, да? Я дам тебе награду, как и обещала, за то, что ты помог мне провести исследование. Давай, только давай деньгами, хорошо? Если можно, давай без лишних слов. Внезапные экологические изменения в этом регионе необходимо будет изучить дополнительно. Поэтому мне по-прежнему будут нужны ваши услуги. Так. Добавь мой номер, говорит. 70 золота, оливковое масло, соевый соус. Ладно, обзывай меня полностью. За такое, ребята, просто полностью. Плюнуть можно. А это что я нашел, ребята? Это соль, что ли? Что это я нашел? Вот, это что это? Титан, фиш, туда-сюда. Best, best, best. Best, best, best. To fish tank. Братик, ты доволен? Че, исполняю, видел? Тот доволен, слушайте. Дэйв, пока ты был в море, ремонт был закончен. Хорош. Хорош, мужики, молодцы. Идем в ресторан, идем, брат, в ресторан. Ну-ка, показывай. Уая, что за ресторан у нас? Соевый соус, палочки, туда-сюда. Посмотрите на этот, ты че? Ой, я совсем упустил то, что у меня здесь есть аквариум. Кайф, вау, выглядит круто. Молодцы, мужики, круто. Круто поработали. У нас бизнес цветет и пахнет, друзья. Морем пахнет. А какой бы вкусной ни была еда, в ресторане не может быть беспорядка, говорит Кобра. Ах, если хочешь изменить интерьер, меню интерьера ниже открыто, поэтому проверь его. Давай, братик, проверим. Интерьер. Так, ты можешь, что ты можешь? Ты можешь... Теперь вы можете свободно менять интерьер, банчо суши. Используйте вкладку интерьер, чтобы выбрать стиль по своему вкусу. Вау. Слушай, мне нравится такой стиль, который сейчас есть. А зачем мне это?
Да, но доктор Бейкон сказал, если здесь найдут останки морских людей, клиенты действительно придут, но мне нужны останки закинуть в людей в этот в рестик, да, вы нормальные вообще? Этот район довольно удаленный, и так, я думаю, что до тех пор мне понадобится способ рекламировать магазин. В смысле отдаленный, он прям вон на горе стоит, все видят его. Да, в наши дни практически невозможно привлечь клиентов без рекламы. Есть момент, ребята. Так что рассказывайте всем друзьям о моем канале, делитесь в социальных сетях, делайте это, ставьте лайки, пишите комментарии. Вы пробовали приложение для социальных сетей Кукста? Ты имеешь в виду вот это вот приложение для социальных сетей, которое молодые люди используют для публикации фотографий еды, которую они едят? У меня такое ощущение, дружище, что ты знаешь. Он такой и сейчас говорит, не, не слышал. Такое ощущение, что он знает больше об этом. Ага, так в последнее время рекламируют себя все компании. Я просто не могу понять, почему люди так тратят свое время. Суши производит впечатление на сердце, а не фотографии. Чувствуй сердцем. Кушай сердцем. Боже, я такую вообще раненую в голову сегодня видел, ребята. Мне жена показывала, что она какой-то проводник, что-то какую-то истинную любовь. Девчонка, наверное, лет 19-20, с таким умным видом такую чухню несет. Просто кошмар. Вы просто, у вас поменяется реальность, вы начнете там что-то ощущать, не ощущать. Такая чушь просто редкостная. Я не знаю, как и людей очень много смотрят. Я в шоках. Что творится с людьми? Суши производит впечатление на сердце, а не фотографии. Я это читал уже, братан. Что на сердце, а не на фотографии. Это все прекрасно. Тем не менее, не лучше ли использовать его, чем держать людей в неведении о твоей еде, Банча? Приложуху, давай пользуйся. У вас есть точка там? Где точка? Там это где? Создать учетную запись просто, поэтому давайте попробуем. Сначала регистрируешься и вон ставишь хэштег Банчо Санчо Панчо, а потом все закончено. Что ж, говорит, ну это не так сложно, как я ожидал. Поэтому, братик, пользуйся. Конечно, все приложения делают так, чтобы они были несложными. Теперь клиенты, довольные вашей едой, будут подписываться на Банчо Панчо. Не уверен в этом, но ладно, я понял. Ну ты, конечно, капец. Любое начинание на корню готов придушить. Я также установлю приложение Кукста в свой телефон и проверю посты подписчиков. Кайф. Мне тоже нужно приложение, чтобы проверять посты подписчиков. Опа, опа, все, сфотографировались. Кобра пишет, 3 лайка получил. Вот, ребята, лайки накидали нам. Все, пошла работа. Подними рейтинг своего Кукста. Если поднимешь, то посетителей будет больше. Короче, больше клиентов и новые продукты будут разблокированы. Условия разблокировки новых рейтингов можно увидеть в приложении Кукста. Опа, интерьер. Я могу, короче, сделать, во-первых, вот такую штуку вместо такой. Ну, блин, она была лучше. Дайте вот такую вот, бамбук, там все дела. У нас все свежее. Или вот такое, ребят. Ну, нет, это какая-то столовка. 65? Нет. Мы оставляем все как есть, спасибо. 55? У меня денег столько нету. Отстаньте, мне нужно все улучшать. Сейчас вот так было, да? Ну, слушай, ну было веселее-то. Опа, вот оно, то, что нам нужно за 65 баксов. И тогда будет больше клиентов, да? Свет. Опачки, бонсай. Бонсай тема. Это что? Фотография. Тема. Ну не, я не говорю, не, спасибо, нет, сказал нет, все, окей. Так, хорошо, по меню. Мы сейчас или мы же только по ночам работаем, правильно? Или мы будем бахать? Можно улучшить вкусовые. О, 13, 40 становится. Делаем это. Сделай это, мужик, сделай. Шапабая. Что за ножик у него? Рыба в шоке вообще.
Рыба в шоке, что происходит, что за ад? 13 рубасов, да, теперь это стоит? Кайф, это тоже level up, level up. 19 ракет, вкусовые качества на пиковом уровне. Бам, красота. Разблокирована тема. А, так, ну я так понимаю, что работаем мы по ночам, поэтому пока что мы с вами заглянем сюда, посмотрим, что происходит. Подождите, А что ты говоришь? Что у тебя там? Иди отдохни, хорошо? А, дайвинг, дайвинг, да. Да, мы хотим с вами. Да, мы хотим с вами это сюда за 55 рублей. Мы хотим с вами это сюда. Плавать дольше. 115 очков у нас кислорода будет. Не знаю, как по-другому еще это писать. Ну и, конечно, мы с вами отправляемся. Кукста, Кукста. Лайк поставил. Хорош, хорош. Лайк себе поставил обязательно. Ранкинг ап. Нужны фолловеры. 10 штук. Дайте фолловеров. My page. Лайк. Сразу лайки. Мужика, дай фотку сделаю. Выложу. Нате, сразу лайк тоже. Хорош. Как же ты хорош. Не-не-не-не-не-не-не. Ну-ка, вернул быстро. Быстро вернул лайки. Хорошо, и мне нужно работать над интерьером, да? Брат, мы с тобой потом поработаем над интерьером. А, кому-то можем там позвонить? Дафу можем, Кобре. Вон, женщине можем позвонить. Дайте женщине позвоним. Привет. Не берет. Гадина. Только когда ей что-то от меня нужно, только та звонит. Фу, такой быть. Хорошо, я погнал. У меня есть задание от работяги, чтобы найти там что-то, да? А, я могу продавать это, да? Я могу продать. Но при этом мы можем апать суши. Могу это продать, но оно является ингредиентом для чего-то классного. Поэтому пока что я не буду продавать. Мы с вами там закупились, все как надо, да? Все, мы выходим. Или ты что-то от меня хочешь еще? А? Да, мне вон нужно на 70 метров артефакты найти. Брат, выпусти. Таймскип. А, я могу типа сделать таймскип, дождаться вечера. Evening after... Да, давайте. Кайфуем. А вот и вечерочек, друзья. А вот и заправляем с вами меню. Да, уже, говорит, evening. Чё, говорит? Нелегко справиться с двумя людьми, когда приходит больше клиентов. С какими двумя? Not enough works. Что это значит? Недостаточно работы? Что там? Это под вопросом. Брат, иду. Иду, родной, иду. Иду, братик, еду. В суши, поехали. Поехали работать. Рыбы уже у нас достаточно, да, ребята? У меня достаточно рыбы. Должно быть достаточно. Подожди, подожди, родная, подожди, подожди. А я меню не заправил? Подожди, родная. Оглядывается, Йоши. Это банчо суши, говорит? Мисс Йоши? А, она пришла из-за Кукст. Она из Куксты, а у меня меню не за... Я зашла, потому что слышала, что это место становится популярным на Кукста. Название стало... название заставило меня задуматься, но подумать только, что это действительно твое место. Новая еда с использованием невиданных ранее ингредиентов. Это больше нигде не отведаешь. Немногословный, но мужественный повар. Да, и посмотри, какой статный мужик здесь еще. Ты можешь меня тоже упомянуть, говорит? Ух ты. Не упомяну, говорит. Ты такая, фу. В любом случае, что привело вас сюда, мисс Йоши? Она отвечает, ребят, нам на это. О, разные причины. Я хотела проверить ресторан. Похоже, ты все тот же. Снимите номер, ребят. А, ну, тут уже ничего не изменить. Я просто продолжаю день за днем тренироваться. Он день за днем продолжает точить свой клинок. My goodness. Боже мой, это проблема. В прошлый раз ты точно так же отказался слушать меня. И за это тебя выгнали из отеля. Из-за этого. Ты опять об этом? Я же сказал, что отшлепаю тебя, если ты еще раз заговоришь об этом. Нет, он не сказал. Это вина клиента, который оценил еду, даже не попробовав ее.
нельзя оценить еду, даже не попробовать. Как долго вы будете продолжать так обращаться с клиентами? Продолжать готовить эту ужасную еду. Ты охренела, что ли? У меня лучшая еда вообще здесь. Ты на моего братана вообще не гони, поняла? Что вы имеете в виду ужасно? Целая жареная голова акулы. Отличное блюдо. Акулу использовали в кулинарии как на Западе, так и на Востоке. А в Корее ее даже используют в ритуальных предков. Так, а ну-ка остановись! Ты ни капельки не изменился. Тогда позволь мне судить самой, годна ли эта пища в употреблении. Да пожалуйста, пожалуйста, просто попробуй не проглотить свой язык. Тогда я могу сказать вам, почему я пришла. Ну, конечно, наконец-таки. Раскрывай свои карты, говорит, наконец-таки. Я позабочусь о том, чтобы ты узнала настоящий вкус мяса с головы акулы. Отвратительно звучит, мужик. Плохо, 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 плохо ты себя рекламируешь. Плохо. Банчи, не слишком ли это неожиданно? Дэйв, как шеф-повар, я не могу отказаться от этой битвы. Моя гордость висит на волоске. Пожалуйста, дай мне, братишка, я не пойду за акулой. Принеси мне голову белорепой рифовой акулы и оливковое масло. Я не пойду, братик, я не хочу никакую рифовую акулу ловить. Хочешь, я поймаю белоперую рифовую акулу? Да, говорит, с твоими скиллами, с твоими навыками должно быть достаточно легко. Кажется, это был, ребята, комплимент. Наконец-таки, брат, для тебя все что угодно. Акулу, кита, все что хочешь достану с морского дна. Но гарпун вряд ли будет достаточно. Возьми с собой в бой хорошее ружье. Братишка, уже есть ружье, хорошее. Я еще сейчас электрошокером как отработаю. Тем не менее, борьба с акулой звучит слишком опасно. То есть ты хочешь сказать, что просто будешь стоять и смотреть, пока моя гордость будет растоптана? Ну, это твоя гордость, брат. Если хочешь ее защитить, плыви за акулой сам. Да ладно, ладно, помогу я тебе. Помогу, помогу. Белопера рифовая акула обычно находится в океане далеко справа. Удачи. Нам, короче, далеко. Вправо. Он вдруг хочет, чтобы я купил, чтобы я, типа, достал ему голову акулы. Это нелепо. И если можно убить только из пистолета, и его можно убить только из пистолета, спрашивает, типа, эту акулу. Придется попросить Дефа сделать мне пистолет или поискать его в голубой дыре. Мы найдем с тобой все сами. Мы не будем тратить бабки, братишка. Специальный косяк. Да, о, новое блюдо, специальное блюдо, голова акулы. Новый контент открыт, ребята. Голова акулы сюда. Сюда. Да. Теперь вы можете исследовать новые рецепты. Используйте пламя ремесленника, чтобы расширить свое меню. Пламя ремесленника. Так, подожди. Во-первых, давай зайдем в меню. Давай сразу добавим. Мы добавляем только дорогущие блюда. У нас очень дорогой ресторан. Еды будет вот столько. Вот настолько дорогой у нас ресторан на одну тарелку. Ок. Ок. Все дорогучее. Остальное дешевое? Нет, это, посмотри, это дороже, давай. Ок, ок. Блин, а где это он говорил там огонь? А, вот, огонь, да. Угу. Понятно, понятно. А, жареная голова акулы. Голова белорифовой акулы, приготовленная во фритюре целиком. А, пламя ремесленника будет использоваться для исследования новых меню. 9. Ну давай, давай исследовать. Скидыш-бадыш. Чик-чик. Ох, ни хрена себе, у него палец мощный. Как он ей туда посунул пальчика этой акулки? Горячего. Она в шоке, друзья. Такого пальчика. А получите новое, новый, короче, вдохновение, новое кулинарное вдохновение. Повысите свой рейтинг кукста. Ваши сотрудники могут сообщить вам, когда они вырастут. Ваши особые клиенты также могут предупредить вас. Давай, предупреждай меня, все закрыто. А что там по кукста? Опа, опа, набираем лайков. My page. Ну, что-то пока что не густо, ладно. Да, давай открываться, троглодит и налетай.
будем делать кассу. Иду, родная, иду. Подожди, у меня такого нету. Да ладно. Нельзя было открывать. Черт, у меня нету этого в меню. Ну у меня не было в меню, вон висит, нету этого. Ну ты чего? Ну откуда я тебе это возьму? Такая ты такая. Ой, ребят, ошибка, я допустил ошибку. Нельзя было допускать эту ошибку. Черт. Ну, она останется недовольной, друзья. Очень плохо. О, устал, нифига себе. Бежал, бежал, устал. Бабки как бы идут, но вот девочка недовольна. Но... Я надеюсь, она будет ждать вечность. Готова ждать. Что там надо было нажать? Пожалуйста, только не начинай меня хейтить, хорошо? У меня этого блюда просто нету. А где мои чаевые, работяги? Недовольная приперлась какая-то. За чаем тупо. Че, тебе еды не хватило, да? Зато я чай наливаю идеально. Все, выпила, убирайся. Ничего больше нет. Тупо роллы, да, они бесконечные. Я понял. Все? Сюда бабки полетели. Хорошо, пойдемте добывать с вами акулу. Для вот этой вот акулы, которая ко мне пришла. Да, и у нас растет потихонечку ранг. Обратите внимание. Растет ранг, все дела. Сейчас мы сдюжим эту акулу, сейчас все будет. Так, вот, четвертый день у нас. Готов, мы заряжены на победке. Банчо новый пост. Там все, подожди, сейчас мы. Новый пост, все, пойдемте чатиться. Я готов. Куда, в Кукс-то? Я зашел. Че там? Blue Sushi говорит, просто невероятный цвет океана. Невероятный вкус, заходите. Делайте, любите. Что, этого не хватает? Че ты, брат? Опа, 4 лайка уже у нас появилось, да? Хорошо, это закрыл. Кто еще, куда новый пост там? Все, поплыли. Нам нужна акула, нам нужно артефакт. Я, кстати, находил уже тарелку. Куда моя тарелка делась? Я находил тарелку. Где тарелка? Это же артефакт подводных людей, правильно? Какая-то как миска такая была. На глубине 70 метров. И нам нужно далеко-далеко вправо. И у нас проблемы с рыбкой. Опа, чё, дельфинчик приплыл. Ух ты, привет, малыш, привет. Круто как. Опа, дельфин. Кайф. Говорит. Кажется, он просит меня следовать за ним. Должен ли я попытаться? Конечно, ты должен попытаться. Дельфинский квест. Подожди, но я без рыбы, вообще будет плохо. Дельфин, стой. Дельфин, осторожно, осторожно, дельфин. А то сейчас под хвост тебе залетит мое копье. Я знаю, вы дельфины, те еще извращенцы. Так. Опа, 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 вот эту рыбу хочу. Не получается так, ребят. Оксиджен, если что, запомнил, вот здесь есть. Опа, пистолетик. Пистолетик нам пригодится обязательно. Забираем. Опачки, гарпун, усиление. Ага, 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 ага. Усиление на гарпун. А с усилением получится тебя поймать? О! Есть сюда. По новой, видели? Я уже такой по старинке на пробел жму. Ага, сейчас тебе. Вот это тоже заберу. Ну подожди, брат, видишь, охочешься. Дельфинский брат, подожди. Видишь, у меня охота полным ходом. Так, это 40 метров, да? Опачки, это я с собой заберу. Если вдруг там с кислородом будут проблемы у нас, то мы знаем, что с этим делать. Я чувствую, что это какой-то деликатес, ребят, вот эта рыбка. Прям хорошая рыбка, чувствую. Да как так-то, а? Под хвостик второй раз. Опа, опа, усиление на пушечку. На пушечку. Опачки, вижу. Вижу, брат, что ты от меня хотел. Я понял. Опа, вот она, черная, хищная, смотри.
Опа, ядовитая стрела случилась со мной теперь. Ох ты, гадина. Сюда иди. Хорош. Чё хочешь, родной? Чё хочешь? А, мы ядовитую взяли, а электрическую оставили, да? Опа! Дельфин запутался в сетях. Я тебя спасу, друг. Я должен разрезать веревки. Ха. Помог дельфинчик. Все, ребята, кайфуйте. Не благодарите. Опа, 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 опа. Это что за яйцо? Что он мне оставил? Захикал и пошел, прикольно. Все, я помог дельфинчику, я молодец. Мне оставили подарочек, ура. Какое-то жемчужина или что это? Да, это жемчужина, кайф. А, так, эта штука тяжелая? Блин, капец какая тяжелая. Да, по тройке. Так, это типа хуже, да, чем то, что было у меня. Окей, я оставляю то, что вот у меня. Сюда иди, рыба. Сюда иди, рыба. Сюда эту рыбу. Я наловлю рыбы куча. Мы такие суши с вами будем делать жесткие. Сюда. 0,8 килограмм. Слушайте, я забился уже все. Так, где-то там у нас был кислород, помните? Я вот помню, где-то он там был. Вот он, видите? Опа, 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 что-то есть, что-то... Мурена. Спокойно. А, это какие-то просто эти... Ага, хотела меня кусать зубьями своими, угадина. Так, и у нас на буковку C также есть кислород, если что. Можем пользоваться. Сейчас я тебе ядовитой своей иголочкой. На тебе, лобешь. Сюда, иди, 1,5 килограмма вкусняшки. Нам нужно на глубину 70. Опачки, кальмар. Тема. Блин, небось тяжелый гад. На, отравил. Фо, фо, фо. Фо-фо-фо-фо-фо, прям в глаз мне. О, гадина. Ах ты. О, сдох. Хорошо, собрал. 4 килограмма. Ну, здравствуйте, у меня опять перевес, друзья. Ай, как это удручает. Там еще какая-то красивая рыбка плыла. Как это надоело, друзья, что постоянно... Опа, вон, 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 что это? Что это с восклицательным знаком? Вот это вот, вот оно, это что? Патроны забрал. Не могу забрать, у меня типа фулочка, да? Опа, говорит, ты нашел то, что надо, братишка, возвращайся, я тебе сейчас накидаю денег. В целости и сохранности будешь ждать, хорошо. Подожди, брат, а с акулой кто будет... Охренеть, бежим. Бежим нафиг отсюда. Это тот осьминог. Да я от него изи-пизи. Посмотри, какая махина. О-о-о-о. Вот это махина. Я не хочу с тобой драться. Я пойду лучше с акулой подерусь. Что это было, говорит? Что это было? Я не хочу больше здесь плавать. Мне нужно немедленно вернуться на лодку. Не, братан, все в порядке. Не бойся, не бойся. Я тысячу раз так делал, не переживай. Поплыли. У нас 17. Ой, у меня перевес вообще жесткий. Это что за тип? Что за диплодоптиль? Что за диплодоптиль непонятный? Назад нас, понятно, понятно. Поплыл, 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 поплыл. Пошел, 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 тигр. Тигринный ты, тигринный, конечно. Ох, нифига себе, постреляем сейчас. Ой-о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 й
у меня страшный, друзья. Что за... Так, аллигатор, если... Все, все будет хорошо, все будет хорошо. Плюсанул. Он опасный, он, видите, фиолетовый. С ним шутки плохи. Разорвет на раз просто. Ну-ка, патрон сюда. Не могу, да? Понял. Ну что, сдюжим его, ребята? Аллигейтора.
Кухан! На! Ай, блин. У меня кислород заканчивается? Серьезно? А почему? А, он когда меня бьет, у меня заканчивается кислород. Я понял, это мое ХП кислород. Оу. Я понял, друзья, все. О, сколько мы всего потеряли, столько ништяков. Я не знал, что ХП это, короче, мой кислород. Все, я теперь понял, друзья. Так, можешь, короче, что? Ну давай, окей, там что-то, короче, одно я вытащу сейчас. Из этого, я так понимаю. Меня сейчас откачают, все в порядке, ребят. Наверное. Да, во-во-во-во-во-во-во-во, сейчас мы тут отдышимся, все будет хорошо. Дэйв говорит, ну что, ты в порядке, как дела? Гигантская голубая дыра выглядит бесконечно более опасной, чем любое другое место. Я согласен, братан, там такая гадина, ты видел, что творит? И я по 15 урона, 3 выстрела, 15 урона, это получается 45 урона я ему давал, и ему, короче, вообще хоть бы хны. Всегда следи за своим кислородом, используя спасательную капсулу, когда вам угрожает опасность, чтобы быстро выбраться. Хорошо, братан, я правда забыл, где там была эта спасательная, она, по-моему, чуть дальше была, да. Я могу спасти тебя, если у тебя кончится кислород, но ты можешь вернуться только один раз из... Вернуть только один из собранных предметов. Ну и я, соответственно, возвращаю это. Нам нужно сделать еще один заплыв, друзья, и набрать рыбы. Нам нужно рыбы, потому что наш суши-ресторан, короче, вы благополучно вывели его, хорошо. Не останется на плаву, если мы так будем с вами опрометчиво без рыбы. Кажется, он в очень хорошем состоянии, словно хранился где-то до недавнего времени. Ну, слушай, есть такое ощущение, действительно. Очень интересно, это может быть находкой века. Даже, даже что? Хорошо, Дэйв, давай продолжим работать вместе и раскроем секреты цивилизации морских людей. Хорошо, братик, давай. Что, я думал, что помогу тебе только один раз. Бахаха! Конечно, больше ничего не скажешь. Просто, говорит, продолжай нам бабки платить и заходи в ресторан. Просто поместите наш ресторан на первое место в списке партнеров. Да, да, давайте. На, в списке партнеров. Это не составит труда, у меня очень счастливое чувство по этому поводу. Отличное чувство. А все, говорит, я тебя потрогаю пальчиком. Давай, братишка, поехал. Поехал, поплыл, у меня делов там, знаешь, сколько под водой. Ох, ни хрена себе послал вороне бог кусочек сыра. Слушайте, а вот этот вот турмерик, это что, куркума, да? Оливковое масло, 5 бутылок сюда. На 50% новое орудие открыто, друзья. Скоро смогу его использовать. Ну и вот одну рыбку я забрал. Одна рыбка есть, братан, все хорошо. Это еще кто нарисовался? Это что такое? Хоппити-хоп. Здорово. Хоппити-хоп. Ничего себе. А что у него с лицом? Почему у него лицо как у мопса? Много ли вы знаете об этой гигантской голубой дыре? Немного, брат. Знаю, но там водится какая-то огромная штука с вот таким глазом и с тентаклями. Не знаю, что на это сказать. Там каждый раз по-разному. Да, говорит? Вот именно. Это лучшее место для сбора маринка. Что за маринка? Там маринки водятся? Ой, любитель маринок, если честно. Я мог бы пополнить свою коллекцию в этом месте. Ты маринок хочешь? Братишка. Маринка, говорит, что за маринка? Что? Говорит, не говорите, что вы не знакомы с маринками. С очень популярными коллекционными карточками с обитателями океана маринка. Это коллекционные карточки, если что, маринка. Как вы могли не слышать о футуристических коллекционных карточках, использующих систему распознания АИ, которая автоматически соответствует рыбе в реальной жизни? Нифига себе, очень, кстати, интересно звучит. Никогда о них не слышал, зато звучит весело, да. Блин, это же вообще идея для бизнеса, ребят. Вы, кажется, сильно отстали от жизни. Да, брат, я спортом занимаюсь, я на спорте. Позвольте мне помочь вам установить приложение. Давай, давай, сюда его. Сюда. Так, ну что, делаешь, говорит, вот так вот. А затем нажимаешь вот так, касаешься вот этого друга. Добавляешь друга, говорит. Закончено. Хорошо.
Что теперь? Что теперь? Все, говорит, теперь берешь Маринку. Находишь Маринку, говорит. Удивительная вещь от этих Маринка заключается в том, что тебе не нужно ничего особенного, говорит, делать, связанного с Маринками. Ничего особенного с Маринками. Просто поймайте новую рыбу и получите карту. А время от времени проверяйте карточки в приложении, и все готово. О, говорит, я понял, теперь все понятно. Я смогу легко увидеть, какую рыбу я поймал до сих пор. Да, говорит, это типа все, моя коллекция будет. Все верно. Это почти как... как что, братишка? Ты не хочешь произнести имя? Я понимаю, я попробую. Какое имя? Да, типа, не хочешь представиться? Я забыл представиться, не так ли? Я Сато. Сато, здорово, брат. Все, будем с тобой дружить. Я дам вам свою контактную информацию, так что звоните мне, если у вас есть вопросы. Тогда увидимся. Чих-чих, братишка, чих-чих. Все, давай. Крути педали. Все, новый контент, Маринка. Опачки разные там. Сейчас трофеев будем собирать с вами. Где она, Маринка? Сюда. Открываем. Да, мы вот уже, смотрите, двухзвездочек всяких рыб ловили. Трехзвездочек пока не ловили. Скоро, 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 скоро. Ждем новых карточек. Так, идем с вами дайвить. 300... Подожди. Блин, я бы мог амуницию улучшить. Черт, ладно, пока что с этой будем справляться. Мы могли бы еще... Нам нужен грузоподъем. Я хочу больше плавать. Мне нужна хорошая сумка нужна с собой. Опачки, новое дно, смотрите. Опа, сразу днище, да? Хорошо. Хоп. Нам нужна рыбка. Сюда, маленькая. Ой, хотела от меня уплыть. Ну куда ты? Ну что ты, что ты? Вот это, по-моему, дешевская рыба. Много не буду ее собирать. Сколько набрали уже? Килограмма 8, да? Окей. Так, вижу металлолом. Забираю. Ну, на самом деле, пока что, наверное, много металлолома таскать и не стоит. Забираем пуху, второй левел, ура. Давайте смотреть, что у нас здесь. А здесь у нас, ребят, второе дно. Это тяжелая штука? 2 килограмма? А, нет, 100 грамм, окей. 100 грамм нормально. Дерево, ну окей, тоже взяли. Открываем ящик Пандоры, открываем, находим биту, кайф. С битой будет попроще. Бам, бам, бам. Это у нас руда. Ну, тоже так весит. Там что? Тебя я не могу брать, я помню. Я помню, что с тобой есть проблемы. Слушайте, а похоже, как будто бы, знаете, какая-то... какая-то дверь здесь, да? Как будто туда можно проплыть, ну ладно. Давайте с вами разбираться с оксидженом. Нам нужен кислород. Надо найти срочно кислород. А то это никуда не годится. Нашли патроны вместо кислорода. Нашли хорошую рыбку. Так, ну я помню, что так времени стоит тратить. Будем пытаться ее отбивать. Отбивнушки делаем из рыбки. 15 урона дал. По хвостяре еще и. Но она, я помню, была довольно тяжелая. Да, ее, посмотрите, прям 1,8 килограмма. Хоп-хоп, нарезал. Кайфушка. И она, я помню, была дорогая. Это дорогая рыбка. Опа, соевый соус. Тема. Так, тут можно будет вызвать наряд, если что. Если вдруг дело запахнет жареным. Блин, вон ту рыбку, но это нужно усилить наш гарпун. С гарпун сейчас слабенький. Так, это опасная штука, я понял. Но мы можем переключиться и попробовать ее расстрелять. Неплохо. Опа, 7 килограмм, все, я забит, друзья. Прикол. А голову акулы я так и не раздобыл. Это тоже подобрал. Да, надо бы, конечно, нам, ребята, с вами усилиться. Усилиться по переносу. Это первое, самое такое насущное, да?
усиление по переносу, а то, ну, это никуда не годится. То есть мы берем какую-то классную рыбку и все, до свидания. Вот этих рыбок тоже я бы хотел собрать. Они хищники. Хищников собрать. Какая у нас дальность выстрела? Вопрос, вопрос. Все, оно уплыло, да, куда-то? Это подобрал. Ту рыбку забирать тоже? Так, тут у нас затонула лодочка. Да, вот, вот здесь, если что, можем вызвать, окей. Нате. Сюда. А там что? А там что? Тут какая-то посуда, друзья. Все, взял посуду. Серебряная, ни хрена себе, серебряная посуда, ребят. Вот эту рыбу тоже хочу. Ничего не могу с собой делать, ребят, хочу сильно. Придется брать ее. На абордаж. Бам, застрелил. Вот это меткий. Вот это меткий. Все, вызываю. Вызываем голых дам. Прям на дно сюда. Блин, там еще один этот сундучок. Магем. Чувствую магем, ребята. Чувствую магем. Ну, я так понимаю, здесь чисто усиление, которое мы... Да. А как его использовать? Как использовать эту штуку? А, прикольно, слушайте, прикольно. Да, тут чисто усиление, которое мы уже с собой наверх не можем никак забрать. Такой момент. Да, как я и думал, это ускоритель, который, я так понимаю, не будет забирать у нас много кислорода. И это здорово. Мы достали очень много рыбы, но не достали голову акулы. Там сидит недовольная тетка, которая меня ждет. Братишка, все на мази. Говорит, давай-ка возвращайся, тут уже клиенты ожидают тебя. Братишка, а вот кто экипировку будет мне покупать? Третий левел, 19 килограмм. Да, давай. Да. Окей. 300 рублей, чтобы 28 килограмм. Я хочу 28 килограмм, да. Давайте мы съездим вот сюда. Съездим, да? Все, мы поехали. Блин, а у меня ролик сегодня затянулся, черт. Ну да ладно, ребят, давайте сделаем сегодня большой ролик. Вы его потом, если что, дважды посмотрите, хорошо? Или заканчиваем на этом? Давайте мы вот здесь вот сейчас добьем, и следующая часть у нас уже по акуле будет, скорее всего. А может быть вообще в рамках стрима поглядим. Стоп, меню. Меню. Ню-ню-ню-ню. А, подожди, какие там у нас усиления туда-сюда, ингредиенты. Ага. Тут что у нас? Ага. Меню. Я могу это бафнуть, да? Ну-ка, бафаем. Уф. Двадцатка, да, становится? 46. Какая вкуснятина, боже-боже. Давай усиливать. Это я уже видел, это банкай, ребят. Повторяйтесь. Банкай мы уже видели. На заставке топовые, конечно. У меня рука не поднимается ее пропустить, настолько она эпичная, друзья. На. Хорош. Тема. 20 сюда. Мы можем еще ее усилить, да? Ну-ка. 25 монет, 69 вкусовые качества, давай. Кайф. Хорошо, какие еще усиления есть по вот этой дешевой рыбке, по дешманской? Подожди, нет, это... Мы убираем, нет. Блин, да, хорошо, убрал. Вот эту рыбу надо усилить. Еще надо усилить. Так, у нас через Ctrl, да, усиление идет. Окей, 30-ка, 6 монет. Короче, дешевскую рыбу таскать не надо, друзья. Вот что я понял. Дешевскую рыбку таскать не будем. 13 монет, 10 монет, 11, 8, 25 монет, 6 монет, 9, 9, 20. Короче, мы с вами однозначно добавляем это. Окей, 20-ка, так как будем делать много денег. Мы с вами добавляем сюда, где... 25.
Полностью выкупайте это все. Берите себе вот этого зеленого типа, ешьте его. Это что, 11, 13, 7. Слушайте, по-моему, если будет что-то оставаться, тогда нам это будет приходиться, мы будем вынуждены это выбросить. А я не люблю выбрасывать еду очень сильно. Больше нету, да? Так, таких есть 2. По 11, 6, 9. Это все мелочи. Короче, мы закидываем эти 2. Правильно? Правильно, максимум. Окей. Надеемся, что сегодня у нас улетит вот это вот полностью. Хочу, чтобы это полностью улетело. Хорошо, поехали. Можем открываться. Вперед. Погнали. Я надеюсь, кстати, та женщина не придет недовольная, которая акулью голову. Да она опять приперлась, черт. Опять недовольна, ждет акулью голову. Прости, родная, не сегодня. Бегу, 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 бегу. Ну я на ярости, я тут на скорости уже работаю, ребят. Лайки, 25 баксов, пошли донаты. Опа, 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 меня там залайкали по полной, друзья. Баксы, баксы это добавляется, смотрите. 339. Я, кажется, сейчас еще один сундук прям сходу возьму. Прям сходу. 2 бакса сюда, чаевые. Опа, 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 золотой дождь, друзья. Ура! Уи! Еще и написал. Это было невероятно, говорит. Просто невероятно. Мы все продали? Нет, осталась еда, черт. Ее придется выкинуть, я так не хочу. Опа, 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 получили с вами профита на 118 золота. Хорош. На петюлю отпахал. Можно отправляться в море. Он вообще спать когда-нибудь будет отдыхать? Откуда у него такой вес? Он как будто бы под чем-то работает. Опа, приплыл родной. Чё расскажешь, чё скажешь? Привет, брат. Привет, у меня замечательные новости, говорит. Ты выглядишь счастливым, братишка? Да, говорит, я проанализировал артефакт, который ты мне принес, и было обнаружено большое количество неизвестного вещества. Какого? Что за вещество? Разбогатеем, скажи мне. Я думаю, что это должно быть железо, сжатое глубоко под водой, но оно излучает уникальную длину волны. О, я понял. Я пошел дальше и разработал радар для отслеживания этих волн. Сюда его. Мы с тобой будем делать бабки, будем делать бизнес. И почему эта новость повезло? В смысле, что ты говоришь? Да потому что мы с тобой сможем сейчас раздобыть много всего. Ха-ха, застенчивый сегодня, не так ли? Этот радар обязательно пригодится вам в вашей следующей экспедиции. Конечно, пригодится, давай его сюда на меня. А что вы имеете в виду, моя следующая экспедиция? Кобра заставила меня пойти с ней в прошлый раз. Да ладно, не ломайся, да и все будет хорошо. А мне дали контакт с твоим именем. Штраф за расторжение договора составляет более 20... Что? Какой штраф? Что за контакт? Ты что гонишь? О, черт, вы двое говорили? Они еще контракт заключили на меня, капец, а меня почему не посвятили? Не будь таким по инструкции. Проверьте сигнал, чтобы я проверил радар. Слушай, ты мне перестал нравиться, родной. Дай мне, я скажу вам, если это сработает, и не более того. Мне не нравится, что меня эксплуатируют. Давайте с вами улучшим сумку. Вот теперь, ребята, начинается серьезный дайвинг. Теперь начинается очень серьезный дайвинг. Поплыли, поехали. Я достану эту акулу. Вот это говорит лонгфиш. Бери, спина болеть не будет. Замечательно. Мясо вкусное.
четкая. Почаще, говорит, открывай маринку. Ребята, если у вас есть маринка, почаще открывайте ее, хорошо? 140 метров, говорят, до той штучки, да? Все, вроде как все работает. Хоп, 28 кг. Боже, боже, сейчас унесу с собой столько всего. Я даже эту дешевую рыбу не буду брать. Будем чисто по серьезной кулинарии, да? Будем серьезные бабки делать. Вообще, я дешевую не хочу в меню. Чтобы у них не было даже... Опа! Чтобы у них даже выбора... Это что такое? Netgun. А, это кидает сетку, да? Netgun. Netgun, неплохо. Что есть? Есть дерево. Есть сундучок. Фиксируем. Дерево забрал. А, ну это прям вот тут все то же самое на сегодня, да? Я понял. Меч, тема. Руда нам пригодится, я уверен. В будущем, ну 100%. Подобрал. И сразу же за Окси идем. Netgun. Нравится. Окси нашел. Опять вот эта вот рыба, можно улучшаться, друзья. Стой, рыбина. Левел 1. Ничего себе, я ее настругал, ребята. По восьмерочке. Все, набираем эту дорогущую вкуснющую рыбку. Сюда ее. У меня осталось две сетки, да? Ну, не, какая-то несерьезная. Давайте поменяем все-таки на наш. Руду сюда. Хорошо, вон та пиранья, нормальная тема. Так, а воздуха здесь нету, да? Вон он. Воздух? Не, просто какое-то блюдо, давайте. Соевый соус опять? Нет, на этот раз я получил соль. Хорошо. 74, заканчивается кислород, надо разыскать скорее его. Вон та рыбка вроде как тоже была неплохая. Но мы сейчас в поиске кислорода. Ух, ни хрена себе, ее застрелил. 15 урона сюда. Так, это чтобы вылезти на сушу, да, там у нас что? Там у нас еще одна... Что вот с этим делать, вопрос? Пристрелил, хорошо. Хорошо, хорошо. Какие-то винтики еще наверняка тоже для крафта будут пригождаться в будущем. А вот кислород, друзья, здравствуйте. А вот и замечательно. У нас эта вылезка будет легендарная, помяните мое слово. Вот эту рыбу хочу. Кайф. Новая рыбка. Куда ты думала от меня убежать? А качать рыбку кто будет? Так, внизу там был сундук, правильно? Правильно. В сундуке что? В сундуке всякие патрончики там туда-сюда. На тебе, плывет оно ко мне. Распаковочка, распаковочка. Так, один кислород втащил, второй кислород забрал. Прекрасно. Кажется, я больше... Опа, фиолетовое свечение, друзья. Это какое-то мощное оружие. Давай его сюда. Давай его ко мне. Опача. Электрический гарпун. Первый левел. Кайф. Кайф. На тебе. Не кусайся. Не кусайся, тебе говорят. 3 килограмма рыбехи сюда. Блин, будем еще добивать вот эту штуку? Поплыла сразу от меня. На семерку? Ну нет. Все меню забью просто вот этим, понимаете? Все меню забью. Слушайте, мне же еще голову акулы тащить. Я совсем забыл то, что мы за акулой пришли. Патроны есть. Это черная рыбка, боже, боже, хороша. Ай, это не та рыба, не надо ее. Вот эту хотел. Что-то ее как-то насмерть расплющило. 1 килограмм, да, она? 1 килограмм она. Опа, медуза, мы друзья. Так, меня сейчас будут хейтить. Вон та штука меня будет хейтить.
Вон там голова. Медузе вообще пофиг. Только подойди ко мне, сразу тебе в носяру. Ну давай, давай, подплывай. Не понравилось? Больно тебе? На тебе еще. На один, а что на один-то? Все, 3,8, все, ребята, поплавали. Да господи, ну дайте нормально поплавать, можно скинуть что-то? Все, я не могу плавать. Как я буду с акулой биться? Опа, ружбаечка сюда и... Как я буду биться с акулой, если у меня постоянный перегруз, господи? Короче, вот эти жирные рыбы все портят нам. Всю малину. Плохие жирные рыбы. Все, да, кислород нам максимум. Че там, где там ваша рифовая акула? Сюда ее, давайте мне. Вон еще один сундучок, вдруг там тоже усиление какое-нибудь попсовое будет. Я не могу больше рыбешку тащить, ну как так-то? Это что такое? Какая-то шоковая. А, это дубинка шоковая, да, типа? Дал. Ну. Прикольно. Мне нравится. Еще одна какая-то пушечка. Джозенькая пушечка. Давайте ее сюда. О, да, это же та самая, ребята, левел 1. Блин, или это лучше? Какая лучше? Да, я типа увеличиваю дэмэдж с этой пухой, которая прокачанная. Вон написано. Хотя у этой 11.33, то есть если ты прям всем... Давайте оставим пока эту пушечку. Акула! Кись-кись-кись! Ты где? А, она на глубине типа, да? Просто сказали справа. Ой, хорош. Подожди, а, мне нужно сначала кислород использовать, потом я смогу ту штуку юзать, да, окей. Акулка, ты где? Я иду к тебе. Давайте сразу на ружье переключать. Потому что с акулой, ну, это ружье 100%. Я не собираюсь тут на акуле, знаете, кататься. На электрическом кабеле каком-то. Сокровища сюда их. Опачки, закись компота. Забрал. А, мы на R можем менять, да, если что, все, понял. На R поменяли, и если что, здесь, опачки, вот она, ребята, рифовая. Опасная, боже мой. На те. Убыдло. Испугалась? На те. Страшно, страшно, страшно. На те. На те. На те. Разорвал, ребята. Ты-то куда я акулу? Ты, да куда вы я акулу разорвал? Ну что вы делаете? Я же вообще жесткий тип. Ай! На тебе, на тебе. В шоках? На тебе еще по спине. Я акулу победил, ну куда вы на меня лезете? Впалой грудью. 70 килограмм. Боже, что за перевес дичайший. Я еще плыть могу, офигеть. Escape, да, здесь есть, если что. Так, давайте зарядили немножко кислорода. Хоп, хорошо, хорошо, хорошо. Еще можем плавать. Акулку это мы с вами здорово размонтили. У нас, правда, патрон не осталось. А чем глубже, тем гады опаснее. Вон она. Вон она, на 3 килограмма, ребят. Забираем эту гадину на 3 килограмма. В прошлый раз ее оставил, да? И все. Блин, я ее в прошлый раз расстрелял, кстати, просто. На тебе. Ну, а тебе еще на 7. На тебе еще на 7. Все, ну уже говорят, что хамство. Уже хамство. Вот они, вот они, вот они, вот они, вот они, патрончики. Опа, это какой-то сильвер или что это? Вот с той штукой я вообще воевать не хочу сейчас. Пожалуйста, просто не надо, давай не надо. Плыви по своим делам, я по своим. Это Iron Ore, это железо, ребята. Iron Ore это как раз вот железо. То, что... Ну чё ты, брат, ну чё ты руками разводишь? Хорошо, железо не получилось взять. Ту штуку, я так понимаю, тоже не могу взять, да?
31 метр еще был до какого-то артефакта. 31 метр. У меня тут кислород разлетается просто на раз. А вот с этой штукой не разлетается кислород. Ой, ну тебя нафиг, ну ты пасешь жестко. Ты че пасешь, гадина? А, закончилась эта штучка моя, да? Хорошо, давайте всплывать. У нас здесь есть пункт сбора пухлых моряков. Где-то он здесь был. Где пункт сбора пухлых моряков? Вот он. Забирайте меня полностью. Вот это мы с вами поохотились. Вот это поплавали от души. Вот чего я хотел, поплавать как следует. Чтобы нормально залутаться. Чтобы было чем похвастаться, понимаете? Наконец-таки. Сейчас вообще там шеф-повар в шоке будет от того, что я ему принес. И мы наконец-таки недовольную женщину удовлетворим. Что может быть лучше? Могу крафтить сразу вот с этой штучкой и плавать. Тройное ружье. Трипл ружье. Опа, best, 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 кайф. А, глубина, да, еще максимальная должна была быть. Новая, новая, зубы акулы. Голова акулы, зубы акулы, все акулы, соль нашел. Кайф, ранг 4, кстати. А, ну-ка. Братишка, братишка, будем делать бабки. А, заходим с вами в приложение, которое называется Маринка. Заходим в Маринку с превеликим удовольствием и смотрим, что здесь. Что нового? Где моя акула? Я не понял, что за дела? Однозвездочные. Какие-то несерьезные. А, подождите. Как? А, вот, вниз, все понял. А, акула двухзвездочная тоже. А что все двухзвездочное? Я не понял. Это кто за... Это что за... Подожди, черепаха, да, вот это что? Маринка. Маринка, это все маринки. Обожаю маринок. Так, хорошо. Ну, мы отправились тогда, получается, ребят. Или мы можем еще раз, типа, нырнуть. И еще набрать всяких ништяков. Сколько у нас рыбы? Это у нас сундук, правильно? И здесь я могу оставлять свою рыбку, правильно? У меня много металла есть. Нет, тут все есть, ребята, есть все. Либо мы идем в суши-бар, удовлетворяем недовольную женщину и заканчиваем на этом ролик. Мне кажется, это прекрасная мысль, поехали. Недовольной женщине, вперед. Там мы как раз немножко передохнем, потому что отдых тоже должен быть обязательно. Так, во-первых, давайте составим с вами меню. Опа, опа, боже, обожаю эти апгрейдики, вперед. 7 рублей, да все равно это фигня полная. Ой-ой-ой, новая заставочка. Немножко соли, немножко рыбки. Тонкими такими слайсами, аккуратненько. Уф, что творит, а? Мне прям суши захотелось. Ой-ой-ой. Кажется, будем заказывать сегодня. Акулка. Улучшение акулки. 31 рубль на акулку. Ну, давай. Бам, акулочка. Уф. Головушку акулки теперь могу готовить. Оливковое масло есть. Это что? 15 вкусность. Ну, кстати, у тебя вкусность не такая великая. Но в целом, если мы тебя наапаем, то будет круто. А, так, это была барракуда. 20 рубасов барракуда. Кайф. 26. 44 вкусности у нее. А, тут у нас 19 рублей. Это вот тот, который нападал на нас, да? Ну, давайте тоже улучшать. А, 4 штуки для улучшения. 60. Это, наверное, одна из самых вкусных вкусняшек. Нет, все еще вот эта самая вкусная вкусняшка у меня. Я ее раскачиваю по полной уже. 92. 30 рубасов за нее получаем. Дорогущая, ребята, как крыло от самолета. Ну, какая она вкусная, а? Какая же вкусная. 35 рублей. 115. Ай-яй-яй-яй-яй. Давай. Давай. А, дальше можем апать? Нет, не можем. Все, составляем с вами меню. Конечно же, в меню наше сегодня заходит. Залетает просто. А, кто? Это, да. 35 рубасов стоит, конечно, да. Голову. 53 рубля стоит голова. Голову в меню закидываем. Голова пошла в меню. Масло туда-сюда, одну голову есть. Хорошо. Голова, это прекрасно. 31 рубль. Вот это добавил. Давай сразу два, а. Подожди, а этого я сколько добавил? Это все по одному? Этого 5 аж? Одобряю. А, 3 порции вот этой дряни есть у меня. Давайте дрянь сюда.
Три порции, окей. Все? Все у нас сегодня. Посмотрите, какое дорогущее меню. Подождите, а было что-то дороже? Добавить ингредиент. Какой ингредиент я могу добавить туда? Свап. 11.60. По-братски. 30. По-братски. Вот это хочу. За 60 рублей. А, это 60 вкусность, 24 рубля. Хорошо, пойдет, пойдет. У нас сегодня довольно дорогое меню. Работы у нас много. Пропускаем время до ночи. Остается всего ничего. У нас уже тут дело к вечеру, вечереется. Раскинули свое брюшко, попиваем какой-то напиток на солнышке. Делаем брюхом, читаем книгу. Брюхо становится умнее. Смотрим шляпу. Иду, брат. Иду, брат, меню готово, поехали. Плыву к себе. Поплыли, поплыли, поплыли в суши туда. Нам нужно больше порций, больше рыбы, больше порций, чтобы больше людей приходило. Но ощущение, что больше типа и не будет. Есть определенное количество, там 5-6 клиентов условно, да? Банчо суши, 6 лайков. О, 9 лайков, 1 лайк остался, ребят. Доставьте кто-нибудь 1 лайк по-братски. Поставьте лайк обязательно, прямо сейчас. 1 лайк нужен. Подожди, у нас там по меню все ровно? Все ровно, да, все сохранилось. Поехали. Запускайте этих тигров на меня. Опачки, пришла, родная. Сейчас все будет, сейчас ты у меня ахнешь, охнешь. Сейчас ты узнаешь, что такое настоящее счастье. Хоп, 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 хоп. Тяжело к тебе бежать, сила, блин, капец, как далеко. Опа, говорит. О, отвратительно, как обычно, внешний вид просто портит аппетит. Все же, говорит, обещание есть обещание, жри давай. Туда. Браво, блин, заставки лучшие вообще. Как тебе это понравилось, говорит? Это восхитительно, это вкусно. Я чувствую вкус жира белоперой рифовой акулы внутри хрустящей корочки. Боже, боже, что за вкус потрясающий. Это слишком приторный вкус. Это имбирь? Посмотри, она начала негодовать. Аромат имбиря смешивается с сильным ароматом головы. Да, тебе понравилась моя голова? Я, говорит, влюбилась в это просто. Ох, говорит, прости. Прости, я не ожидала, что это будет так хорошо. А в книге Пяти колец говорится, что следует смотреть на суть чего-то, а не на его внешний вид. Тостанул, мужик. А в книге Пяти колец, что следует смотреть на суть чего-то... Я же это прочитал уже про твои пять колец. Акулы выглядят ужасно снаружи, но мясо у них крепкое, а голова у них вкусная. Мясо крепкое. Хорошо, это цельножаренная голова акулы доводит такие черты до их максимального потенциала. Я должна признать это хорошо. Ты прошел, Банчо. Куда прошел, не пойму. Чего ты пришла со своей книжкой, что ты хочешь? Тогда позвольте мне сказать вам, почему я здесь. Этому ресторану нужно нанять людей. Я могу помочь вам с этим, давай. Давай, что ты имеешь в виду? Ты все еще собираешься идти один, Банчо? Это место уже работает на полную мощность. Бедный толстячок не вывозит. Пока все может быть в порядке, но вы не сможете справиться, когда придет еще больше клиентов. Я не могу продолжать работать в одиночку, но нелегко найти людей, которым я могу доверять. У него проблемы с доверием, по ним сразу видно. Проблема в детстве, в родителях. Я Йоши рекрутер. Как правильно? Это то, что я делаю в эти дни. Давай с тобой, Путинг. Давай с тобой размещать объявление о приеме на работу. Слушайте, у меня здесь куча недовольных ребят. Дайте поиграть.
Опачки, будут помогать мне, серьезно. Наймите сотрудников, чтобы уменьшить нагрузку. Сотрудники помогают подавать еду в столовой или ускоряют приготовление еды. Это прекрасно. Мы обязательно наймем. Обязательно наймем. Маринок, расскажу, как набирать персонал. Давай. Обрати особое внимание на то, что я говорю. Подожди, пожалуйста. У меня люди там уже ненавистью брызжут просто. Это став, что за став? Опа, а, листовочки пошли, все, понял. Хорошо. Так, говорится, скоро все, все будет хорошо, результаты набора становятся доступны на следующий день. Я тебе завтра сообщу. Бам, успел. Бам, успел. Ой, сегодня душка пошла какая-то. Топлю, 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 родная, бегу. Дыш. Опачки, лайк кто-то. Спасибо, ребята, за лайки. Спасибо, что поддерживаете меня, мои хорошие. Открыты новые блюда, рецепты. 50 рублей, 50 рублей, 50 рублей. О, да, меню туда-сюда, кайф. 20 баксов оставили здесь мне. Голова, на тебе голову. Ты, родная, ешь вкусняшку, бегу, 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 бегу. Бегу, еще одну голову. Боже, потекли бабки, ребята. Я себе сейчас куплю все просто. Я себе все куплю. Все, дядь, здесь долго не задерживайся. У нас там, смотри, две головы. Так, злая голова. Та злая голова. На. О, не успею туда, не успею, не успею. Нет, 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 не уходи, родная, нет. Давай, давай, брат, хорош. О, о, мы одну голову, что ли, упустили? Куда голову, куда голову, голову куда? Черт, ну блин, ну это было невозможно просто. Это было просто невозможно. Нам нужны люди. Чувствую, нам нужны люди, кто-то ушел недоволен. Кто-то не отведал моей головы. 4 звезды. Я понимаю, брат. 380 рубасов мы заработали, неплохо. 380 золотых монет, очень-очень недурно. Это значит, что мы с вами можем добрать, допустим, кислорода. Либо, блин, я хочу увеличивать постоянно просто сумку, чтобы можно было таскать больше. Тебе чего, родная? Я тебе, кстати, звонил, ты трубку не надо было не брать, слушай. Эй, ты еще не бросил нырять, не так ли? Не так ли, да? Что ты хочешь? Что на этот раз говорить? Что-то хочешь, что-то конкретное? Какие конкретные предложения есть? Давай по конкретике сразу, у меня времени на себя нету долго разговаривать. Я провожу расследование для важного дела, мне понадобится помощь. Она хочет голубых, короче, ракушек и коричневых ракушек. Хочет ракушек? Хорошо, разве вы не должны делать такие вещи сами? Ты, говорит, чё ж? Издеваешься? Написание статьи требует тонны исследований и еще чего-то. То, что вы делаете, это лишь очень маленькая часть всего этого. Ну иди делай сама маленькую часть, какие проблемы? Такая ты тоже рыба деловая. Я тебя посажу на крючок, будешь много разговаривать. Так что пусть это не лезет вам в голову. Поторопитесь, у меня не так много времени, дедлайны, все дела. Ты, говорит, реально невыносима просто. Ты просто невыносимая женщина. Мне кажется, это начало большой любви. Но раз вы говорите, что это для газеты, были ли это blue shields, типа голубые ракушки или какие другие ракушки? Что? Я достану все, что угодно. Йоши добавила какой-то контракт. Что-то новый пост. Йоши, я иду, родная. Зашел. Что, лайк сюда сразу? О, да, видишь этого? Окуленный штуру-ру-ру-ру. Ранг. Кайф. Кайф, нам нужно фолловеров больше. У нас всего 6, нам нужно 20. Ребят, подписывайтесь на канал обязательно. Подождите, у нас же усиление еще идет, правильно?
Да, у меня 400 монет. Вау! Соответственно, мы можем с вами либо ружье бафнуть. Да, ружье там как-то само по себе, да? Давайте вот эту штучку бафнем. И, друзья, на этом все. Большое спасибо за то, что забежали на мой канал. Большое спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Очень вам признателен. Пишите свое мнение в комментариях. Вам отличного денечка. Пока.